В целях поддержания неправительственного экологического фонда имени Вернадского администрация города приняла решение провести 25 апреля общегородской санитарный день. Особое внимание в этот день будет уделяться очистке берегов водоемов, расположенных на территории города Рассказово. Масштабная уборка проводится в рамках общероссийской акции «Чистым рекам, чистые берега», которую проводит общественная организация «Всероссийское общество охраны природы». Мы призываем неравнодушных горожан принять самое активное участие в наведении чистоты на берегах рассказовских водоемов, ведь каждый из нас традиционно отдыхает на них в летнее время. Кроме того, жители прибрежной зоны могут принять участие в уборке в любое удобное для них время. Мешки для сбора мусора можно будет взять у председателей домовых и уличных комитетов.